Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на КСФЛ. Давайте со старта поставим 10 бачей на черное в дабле, потому что 4 раза подряд падало красное, и как будто сейчас по всем законам логии должно быть черное. Отлично! Мы со старта видоса поднимаем плюс 10 бачей к балансу, а самое главное это как раз начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так и вы закончишь, но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят играть на КСФЛ, вы можете при пополнении ввести промкод НИКЛУД и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно за всего. Скивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводите его нужно вот сюда. Еще у них есть карточки, где за каждый 1 цент депозита вам дают один КСФЛ коин. И вы на эти коины можете сыграть в карточки и попробовать выбить халявный скинчик. Вот нам в идеале тот ФАМАС выбить. Но нет, он был справа. Ну, логично. Я хотел сначала туда тыкнуть. Ну ладно, мы и не самый дешевый приз забираем. Все-таки 8 бачей. Но тут еще можно где-то от 10% до 30% к депозиту получить. Тут как повезет. Ладно, мы полетели в колесо. Давайте сейчас поставим, наверное, 10 долларов на 3x и 10 долларов на 4x. Все так же. Ну, я всегда после дабла иду в колесо и всегда играю по этой стратегии. Надеюсь, она меня подводить не будет. Давай, родная, в идеале, чтобы ты прям в начале выдавал. Даже если мы сейчас 4x поймаем, я, наверное, сразу уйду с этого режима. Но мы 4 не ловим, но 3x ловим. Отлично, плюс 10 бачей, красота. Давайте просто повторим все то же самое. Когда поймаем 4x, я думаю, можно уходить с этого режима. Давай, давай, родной, в идеале выдавать мне прямо сейчас 4x, да-да, между двумя 4x, естественно, ты выдашь 2x, такой стандарт. Ладно, давайте что, просто повторим ставочку, даже удваиваться не буду, потому что это очень рисково. Также 10 долларов на 3x и 10 долларов на 4x. Давай, давай, родной, выдавай, вот сейчас выдавай 4x, отлично. Так, ладно, 128 бачей на балике, я предлагаю на хорошей ноте, пока мы в плюсе, отсюда уже уйти. И, наверное, полететь опять в дабл, давайте поставим 18 бачей на черное, потому что тут был маленький стрик из красного два раза подряд. И как будто сейчас должен быть маленький стрик из черного, но мне просто так кажется. Так, черное же нам падает, отлично, мы поднимаем еще плюс 18 бачей к балансу. Так, предлагаю поставить 14, если выиграем. Я думаю, опять на черное, почему-то кажется, будет больше стрик, чем два раза из черного. Если выигрываем, то на балике у нас будет 160 бачей, а это уже солидно. Давай, 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 черное нам падает, отлично, на балансе уже 160 бачей. Так, предлагаю сейчас в дефьюз 10 долларов, выиграть чисто плюс 10 бачей по моей стратегии. Вот все, выиграли, уходим. Если проиграл, я бы удваивал. А давайте сейчас залетим, наверное, можно опять в колесо. Тут как раз 2x упал. Я думаю, можно поставить 10 долларов на 3x и 10 долларов на 4x. Ну, ничего не меняется, на самом деле, также ставлю один в один. Давай, давай, родной, в идеале выдавать еще раз 4x, но 4 не будет. Но 3x нам падает, отлично, еще плюс 10 бачей. На балике так-то уже почти 80 долларов, красота. Так, давайте сейчас в дабл поставим. Тут у нас упало уже, получается, 5 раз подряд не красное. Как будто самое время залететь, рискнуть и поставить 21 доллар на красное. Надеюсь, нам повезет. Давай, родники, спокойно мне выдаешь красное, сука. Ну, я не знаю, удваиваться опасно, но я как будто по-другому не могу. 42 доллара, ставим на красное. Если выигрываем, то предыдущий проигрыш отбиваем, и у нас на балансе будет 200 бачей. Дай, пожалуйста, красное, брат, пожалуйста, пожалуйста, стой, 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 молодец. На балансе у нас 200 бачей, и я предлагаю это дело отметить, залететь сыграть в морской бой, в котором я последнее время почти всегда проигрываю, но надеюсь, эта тенденция будет меняться, сука, не успел залететь к типу. Ну, давайте свою игру создадим на 1 доллар, не, не на 1, это у меня будет 199 долларов. На 70 центов создадим игру, случайная. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ну, как будто более-менее нечитаемо. Можно вот так еще сделать. Полетели. Еще, чтобы к нам побыстрее залетели, давайте скопируем ссылочку и закинем вот так вот в чат. Так, нам уже залетели. Давайте вот сюда ударим. Промах, понял. Ну, у меня положение, кстати, реально как будто прям такое хорошее и нечитаемое. Надеюсь. Так, не только мне, кажется, единичку выбиваем. Отлично. Так, начало боя прям хорошее. Давай вверх или вниз иди. Или вправо дальше. Вот и сука. Ну ты сука, ну что, ну ладно, я, конечно, единицу выбил, это куда солидней. Ну да, так он мне все выбил, кроме единицы в начале уже, ну что за хрень-то. Так, ладно, тройка у него не в таких многих местах, может быть, ее легче всего находить. Тройка и двойка осталось, ладно, у меня... Он выиграл. Он нашел мою единицу и выиграл, да что за бред-то? Ладно, на балике 200 бачей, расстраивать все равно не буду. Ну хотя не могу, сука, меня бесит каждый раз проигрывать в морском бою. Хотя вроде как я всегда играю по-разному, меня это бесит. Ладно, 10 долларов на 3x и 10 долларов на 4x в моем любимом колесе. Давай, 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 давай. Так, ладно, 3x нам падает, отлично, делаем плюс 10 бачей к балансу. Так, давайте сейчас залетим в дабл, поставим 10 бачей на черное. Вот если на самом деле проиграем, я, наверное, уже буду заканчивать видос, потому что зафиксироваться в плюсе на 100 долларов я прям вот хочу. Да, то если проиграем сейчас, то уже катать дальше не будем.
Ну, может быть, черная? Черная нападает. Отлично. Тогда предлагаю сейчас опять в колесо. И просто рискнуть, поставить 20 бачей на 3х. Потому что, на самом деле, его в последнее время падает не так много. Сейчас как раз упал 2х. Давайте, да, рискнем. Если выиграем, то будет на палике уже 260 бачей. $20 на зеленое. Давай, родной, в идеале прям, чтобы ты спокойненько мне выдавал 3х. Ну, кстати, как будто бы, ну, сука, нет. Ну, ладно, как я говорил, зафиксироваться в плюсе на $100 я хочу, то уже будем заканчивать ролик. Мы сегодня подняли плюс 100 бачей, это почти плюс 10 тысяч рублей к балансу. А я считаю, это отличнейший результат за видос. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят поставить на CaseFail, вы можете при пополнении ввести промкод NICLUD и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Его нужно вот сюда вводить. Еще не забывайте про карточки, здесь тоже халявные плюшки можно забрать. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за видос, где мы сделали дохрена рискованных ставочек, ну не супер дохрена, но все-таки их было немало, подняли плюс 100 бачей. Ну, пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи. Всех люблю.